Напомнить о трагических событиях Первой мировой войны решили на выставке, которая открылась в Старом замке. Недавно было проведено социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что только несколько процентов населения ориентируются в событиях Первой мировой войны. Поэтому к столетию ее начала Национальный исторический музей собрал уникальные экспонаты, которые знакомят с военными действиями на территории Беларуси и фронтовым бытом. Конечно, оружие, оно всегда вызывало интерес, это наиболее интересная сторона, но задумались, если как преподнести и как показать этот материал. Поэтому осмелились сделать акцент именно на предметах военного быта, потому что Первая мировая – это первая война в истории человечества, оказалось, которая шла в окопах, окопную. Поэтому именно в это время произошло такое понятие, как окопный быт. На выставке сделали акцент на интерактивность. Кроме экспонатов, здесь можно посмотреть три фильма о войне, в которых, кстати, солдаты используют предметы с витрин. С выставкой уже познакомились жители Сморгони и Минска. Коллекционеры в каждом из городов с радостью пополняли экспозицию. Здесь представлены медицинские принадлежности, посуда, головные уборы. Особое место занимают старые фотографии и документы. Каждый предмет имеет свою историю. Если вот мы говорим о предметах военного быта, то вы заметите, например, что фляги есть в том числе и стеклянные. Это было вызвано тем, что в 2015 году была проблема не только снарядного голода, но еще и проблема нехватка производства, промышленности, даже предметов военного быта. Вот, поэтому всевозможные заводы получали заказы на изготовление определенных вещей, в том числе и заводы, которые производили стекло. К сожалению, к истории Первой мировой войны обращаются редко, хотя белорусы сыграли немаловажную роль в ее исходе. Выставочный проект, посвященный трагическим событиям начала 20 века, рассчитан на несколько лет и будет представлен в крупнейших городах Беларуси. Юлия Косила, Сергей Печерица, новости Гродно+.